Вопрос. Ага, пожалуйста, зачитай, пожалуйста, а я сейчас отвечу. Ответ, что когда на сухих возможно начало обновления зубов, я в этом полностью уверена, потому что у меня, когда я была на сыроедении, у меня около десен немножечко эмаль сошла, и когда на сухих днях, она очень хорошо затягивается. Вот, это прямо чувствуется, потому что когда мы проходим буквально первые дни сухих дней, вот все начинают говорить, вот эти неприятные процессы, когда идет интоксикация, когда начинает там обкладывать рот, когда еще что-то. Ребят, запомните, вот когда идет интоксикация на первых днях, когда начинает обкладывать рот, когда у нас прямо слипаются наши зубки, это наши болезнетворные бактерии, которые забиваются в наши щелочки, в какие-то микротрещинки на зубах. Это то, что вот эти вот как раз вот эти вот бактерии, они начинают как бы поедать другие бактерии. И именно на сухих днях, даже не на длительных, задумайтесь, почему начинают эмаль укрепляться. Прям вот эти вот выеды, которые около десен, они прям начинают, видно, как зуб начинает восстанавливаться. Убирается чувствительность. Это же именно из-за этих болезнетворных, вот этих вот, которые первые дни обкладывают вот всю нашу полость рта, она на самом деле, это неплохо, она лечит нашу вот эту вот эмаль, она вместе потом вот с этим вот, когда все проходит, когда вот этот налет уходит, он такое ощущение, что он как бы снимает всю вот это вот накопившееся на наших зубках. Но я об этих процессах, обо всех вам расскажу на ретрите, конечно же, что происходит, потому что когда вы знаете, что происходит каждый день, что происходит, что такое слабость, что такое налет, что такое головные боли, что такое боли, когда тянет почки, как мы говорим, да, что такое, когда начинают выкручивать кости, мышцы, сухожилия. Когда я вам буду это рассказывать, и вы когда будете понимать, что происходит с вашим телом, вы будете ждать каждый момент вот этого, вы будете ждать, когда начнется вот этот вот сушняк, вы будете ждать, когда начнут выламывать кости, вы не будете этих процессов бояться, вы будете благодарить свое тело, что это с вами началось. И когда вы поймете, что с вами происходит, вам будет вы будете с благодарностью идти в эти дни. С благодарностью к своему телу, с благодарностью к самому себе. Это очень важно.